Оп, хей, ла-ла-лей. С тебя донат 500 рублей. Короче, всем здравствуйте. С вами на канале Flipper Play Game. Это снова я. Это снова вы. А это значит, мы снова продолжаем проходить Киберпанк 2077 на самой высокой, мать его, сложности. Я пиздеть не буду. Я немножко играл. Немножечко там заработал денежек, но квесты не делал, но вот короче, пособирал, во-первых, там поубивал пока вот этих вот пиздюков, там что-то репутация прокачалась, короче, снаряжение я ничего не улучшал, но понаходил там более там какое-то лучшее снаряжение и, соответственно, еще вот сейчас тебе покажу, вот понаходил вот такие вот легендарные шмоточки прикольные, вот их мы, короче, тоже будем потом периодически менять. Вот. Ну, можем, в принципе, сейчас тоже поменять. Так, вот здесь, наверное, вот это вот. Ну, так вот, хоп, поменяли. Это разобрали. Значит, здесь у нас... Ага. И здесь у нас... Ага. Вот. Короче, что я хочу? Я хочу сейчас... Я пока бегал, тут собирал. Я собирал, короче, сейчас тебе скажу, что. Во-первых, Джей. Сюда. Короче, я собрал овер дохуя чипов. Не знаю вообще, о чем там. Ебать. Так, ну-ка давай смотрим. Ебать тут чип. Короче, быстренько все прочитаем. Подпишите петицию. Листовка 23 апреля 2021 года. Несмотря... Это, кстати, прошлогодняя листовка. Несмотря на протест, началось бурение нефтяной скважины, которая несет непоправимый вред нашей экосистеме. Если вы против незаконной разработки на этой земле, подпишите петицию, только вместе мы сможем сделать этот мир лучше. Ваш голос важен для нас. Вот, обзор на кровавое месиво 7. Что пошло не так? Все мы думали, что Макроур наконец перестал выпускать сырые игры, но тут они снова вывалили на нас кучу спагетти кода. Даже не знаю, с чего начать. Сюжет как будто собирались за час из идей 6 писателей, которые работали в разных часовых поясах. В обучении черт ногу сломит, а лак такой, что я после каждого удара успеваю сварить по чашке кофе. Локализацию надо отметить отдельно. Во всех языках диалоги похожи на бред сумасшедшего. На каком языке их вообще изначально писали? На швейцарском. Жив-здоров, банды Найт-Сити. Привет, давайте знакомиться. Я сержант Дабс. Маленькая инструкция, которую вы держите в руках, содержит информацию о самых крупных бандах Найт-Сити. Из нее вы узнаете, в какие районы лучше не заходить, как распознать членов банд, как избежать конфликтных ситуаций. Животные. Эти звери далеко не безобидны. Они накачаны гормонами до такой степени, что больше похожи на горы мяса, нежели на людей. Животные обычно не пользуются имплантами, за исключением внешних модификаций, которые должны сделать их похожими на зверей и птиц. Они очень часто проявляют агрессию и нападают без повода. Вопреки названию, у животных нет своей территории, и стаи этих жестоких гигантов встречаются по всему городу. Шестая улица. Издалека их можно принять за солдат в увольнении. Они носят военную форму, щеголяют нашивками с американским флагом и выкручивают патриотические лозунги. Выкрикивают. Будьте бдительны, на самом деле это опасные бандиты, которые могут перерезать вам горло под любым предлогом. Особенно часто их можно встретить в Виста дель Рей. Шельмы. Красивые девушки и симпатичные парни будут заманивать вас в свои объятия, но не спешите поддаваться их чарам. Они любят пользоваться своей привлекательностью, чтобы очистить ваши карманы. И это в лучшем случае. Штаб-квартиры Шельм считается грязный бар под названием Лизис. И это заведение лучше обходить как можно дальше. Мальстрём, если вы окажетесь в промышленной зоне Уотсона, а мы советуем не оказываться там без всяких причин. Берегитесь людей без лица, это члены банды Мальстрём. Она известна своим пугающим ритуалами. Например, на церемонии инициации всем новичкам вырезают глаза и нос и вживляют светящиеся красные импланты. Если эти люди делают такое друг с другом, то что же они способны сотворить с другими? На этот вопрос лучше не искать ответа. Тигриные когти, неоновые татуировки с восточными мотивами, катаны, сюрикены, гоночные мотоциклы. Неизменные атрибуты банды — тигриные когти, которые действуют в основном в Джапантауне.
Вас не тронут, если вы не будете никого провоцировать. Но опыт показывает, что спровоцировать когтей можно чем угодно. Валентина. Членов этой банды легко узнать по золотым зубам, золотым имплантам, золотым нательным крестам и золотой мачете. Пусть вас не обманывает христианская символика Валентина. Далеко не всегда готовы возлюбить ближнего своего. Те, кто приходит и переходит им дорогу, оканчивают свой путь земной на дне залива Дель Каранда. Вудуисты. Эта банда базируется в Пасифике, но жертвы ищут в другом месте, в сети. Именно вудуисты считаются лучшими нетранерами в преступном мире Найт-Сити. Конечно же, это не значит, что они не могут дать отпор при личной встрече. Держитесь от них подальше, если не хотите обрести сходство с ритуальным черным петухом. Остаться без головы. Советую туристам, оставайтесь в черте города. Не покидайте центр без необходимости. Окрестности Найт-Сити до сих пор небезопасны для туристов, поскольку город находится на оспариваемой территории между Северной и Южной Калифорнией. Находиться там не рекомендуется, несмотря на усилия корпораций и пограничных служб, которые контролируют поток нелегальных мигрантов и охраняют приграничные земли от банд кочевников, нападающих на проезжающих. На въезде в город действует система пропусков, а при попытке незаконного проникновения сотрудники блокпостов открывают огонь. Ради собственной безопасности следуйте их указаниям неукоснительно. Пользуйтесь авиаперевозками. Перемещение по суше рекомендуется только в том случае, если вас сопровождает военный или корпоративный конвой. Гостям Найт-Сити мы советуем путешествовать самолетом. В Найт-Сити можно добраться из всех крупных городов Америки и с орбиты. Космопорт находится недалеко от побережья, на Мурророк. Куда из города ведет бульвар космопорта, откуда открывается потрясающий вид на город, даже если вы не собираетесь летать, обязательно загляните туда фотоаппаратом. Птица в Арасаке. Три важных японских слова. По мере того, как нарастает конфликт между фракциями в корпорации Арасака, аналитики все осторожнее высказываются о ее будущем. Разобраться в том, что происходит в руководстве крупнейшего оружейного концерна, может помочь орнитология, давно забытый раздел зоологии. Дело в том, что есть три японских слова, которые должен знать каждый корпоративный менеджер. Кидзи, Хата, Хато и Тока. Така. Все они обозначают птиц. Кидзи – зеленый фазан. В Японии эта птица известна, издавна считается культурным символом. Последние живые особи содержатся в частном заповеднике Ханака Арасаки на острове Сикоку. В Арасаки же их именем называют группу консервативных технократов во главе с Ханака Кудзи. Кудзи следует заветам самого Сабура Арасаки, а в его дочери видит гарантию того, что корпорация будет поддерживаться старый порядок. Хато. Голубь, как всем известно, эта птица символизирует мир. Такое название избрала для себя небольшая фракция, которую возглавляет Митико Арасака, дочь покойного Кэя и племянница Ханако. Этих людей объединяют либеральные взгляды и стремление к глобальным реформам. Они не обладают большим влиянием, но их активно поддерживают политики и знаменитости. Така, ястреб. По уровню символизма эта птица не уступает голубю, одновременно одноименная фракция во главе, в которой стоит Юринобу Арасака. Предпочитает действовать прямо и бескомпромиссно. Сын Сабуру собрал вокруг себя милитаристов. Арасаки, который привлекла в нем отцовская неуступчивость и нетерпимость. Проевропейские идеи Юринобы отличаются, но не только новизной, но и неоднозначностью, а поэтому его поддерживают далеко не все члены совета директоров. Подробнее о родословной семействе Арасаки можно узнать в биографии серии «Два века в тени клевера», состоящей из 8 томов. Скоро в продаже. Буря в море кризис. Мы так привыкли относиться к политическим играм на орбитальных станциях, как к реалити-шоу, что порой забываем о том, как сильно события на Луне влияют на нашу жизнь. Совсем недавно общественность узнала о покушении на Урсулу Корееву, после которой она потеряла возможность ходить. В СМИ неустанно цитировали ее младшего брата Вагнера и обсуждали, что во что была одета на пресс-конференции, во время которой опровергали слухи о причастности своей семьи к произошедшей с карьерой. Возможно, нам не мешало бы задуматься, что случится, когда зреющий на орбите конфликт наконец разразится, и Земля определенно окажется под прицелом. Ебануться еще сколько, да? Ебать.
читать, не перечитать. Ученые из Росаки объявили о создании биочипа. Короче, сначала мы прочитаем статьи, потом мы через какое-то количество времени прочитаем мир, потом технологии, потом еще посмотрим. Может, в конце еще что-то почитаем. Специалисты Росаки объявили о завершении проекта биочип, в рамках которого было успешно проведено копирование человеческого разума на физический носитель. По словам руководителя проекта, устройство совместимо с современными нейроразъемами, что позволяет видеть и слышать энграмму скопированной личности. Эксперты в области кибернетики, нейрологии и психологии давно трудились над тем, чтобы перенести человеческое сознание на чип. Некоторые из существующих программ с искусственным интеллектом превосходили разум человека по разным параметрам. Однако копирование человеческого «я» оставалось неподвластно науке. Единственным результатом экспериментов были усовершенствованные чат-боты, цифровые создания, способные копировать человеческую речь, но лишенные самосознания. Пока что доступ к биочипу обладают только специалисты Росаки, а также узкий круг избранных лиц, к которым вошли наиболее состоятельные и влиятельные люди планеты. Эксперты полагают, что устройство появится в широкой продаже еще очень не скоро. А что на самом деле случилось с Росака Таур? В Росака Таур? Даже если кто-то представит доказательство, что Милитех несет ответственность за нападение на Росака Таур в 2023 году, возникнет вопрос, почему Росака никак на это не ответила? Ни у кого нет сомнений, что снаряд изготовил Милитех, но это еще не означает, что Милитех его взорвал. Я не фанат популярной теории, согласно которой теракт подготовил рокер Джонни Сильверхенд. Я в целом не фанат этого противоречивого персонажа. Сильверхенд был известен своим громкими речами и демонстративными жестами, а не серьезными поступками. Полагаю, у него просто не хватило бы смелости на такой шаг. Зададимся вопросом, кто больше всех ненавидит корпорации? Конечно же, кочевники. Помните набег на пустоши? Брейнданс, боевик 20-х годов, в котором кочевники нападают на конвой Билитеха. Его премьера состоялась в ночь теракта совпадения? Не думаю. А внимательные читатели укажут, что в Брейндансе есть камео Сильверхенда, но я считаю это маркетинговым ходом. Продюсерам нужно было известное лицо, которое может продать фильм о группе бродяг. Меня больше интересует главная героиня, как так получилось, что она не снялась больше ни в одной ленте, несмотря на огромный успех набега на пустоши. Где она была во время теракта? Так, мир. Психопаты из Макстака. Если по улицам разгуливает вооруженный псих, нас должны от него защитить. Если офисный работник начинает швыряться столами и кулерами, его должны обезвредить и отвезти в психиатрическую клинику. Нас должны ограждать от безумия в этом безумном мире. Но скажите честно, вы когда-нибудь чувствовали себя в безопасности рядом с солдатами Макстака? Выезд батальона максимальной тактической подготовки в 90% случаев заканчивается убийством киберпсихопата. Вам не расскажут об этом в новостях и аналитических передачах. Потому что все корпорации изначально рассчитаны на убийство. На все претензии официальный ответ. 1. Макстаковцы убивают лишь по необходимости. Не верьте. Им нужно порадовать прохожих, продемонстрировать кровавое торжество справедливости. То, что при этом погибнет несколько мирных жителей, считается неизбежным злом во имя высшего блага. Вот только чьего? Мне довелось лично наблюдать за одной из операций. Вооруженный до зубов киберпсихопат ворвался в торговый центр и застрелил 7, а потом впал в состояние кататонии и начал что-то бормотать себе под нос. Через несколько минут прибыли макстаковцы и тут же открыли огонь, чем снова привели киберпсихопата в бешенство. К тому времени, как военные оцепили этаж, погибло 25 человек. Оглушительный успех, правда? Ждете кульминации, вот она. Все макстаковцы прежде всего были киберпсихопатами. Все до единого. Сегодня они убивают на улицах невинных людей, а завтра надевают сияющий доспех и становятся храбрыми рыцарями. В итоге почти каждая операция макстака заканчивается бойней. Совпадение? В результате вооруженных конфликтов на территории США, длившихся с начала 90-х до 2000-х годов, Латинская Америка, страны Южной и Центральной Америки стали сильным союзом независимых государств, связанных договором о взаимопомощи и сотрудничестве. Войска США были вытеснены с территории Латинской Америки, но смогли удержаться в Панаме, несмотря на сопротивление партизан. Многие исследователи и историки утверждают, что именно латиноамериканские военные привели к развалу США и распаду Большой Четверки, в которую входили ЦРУ, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и Агентство национальной безопасности. Однако следует помнить, что внешние конфликты не затронули бы Америку,
американского колосса империализма, если бы он стоял на твердой почве. На сегодняшний день протестированы фермы. Это, короче, латиноамериканские войны, а это отчет по протеиновым фермам. На сегодняшний день протеиновые фермы являются основным источником мяса и его заменителей в Найт-Сити. В данном отрасли уверенно лидирует биотехника. Корпорация обеспечивает потребности города в альтернативном блоке, а белке более чем наполовину. Самый распространенный вид производства на разведение богатых белками сверчков, из которых можно получить высококачественный протеин. Более дешевый заменителем служат дождевые черви. Для производства тех же объемов белка требуется значительно меньше места. Впрочем, такой вид производства представляет определенные сложности для рекламного продвижения. Большинству потребителей кажется гораздо более приемлемым питаться сверчками, чем жрать червей. Акт об истреблении птиц. Принят городским советом на IT 4 мая 2063 года. Ввиду учащения вспышек опасных болезней, переносимых животными, городской совет пришел к выводу, что самым эффективным методом снижения риска заражения станет истребление всех видов птиц в радиусе 30 км от границ города. Смотрите схему 1. Работа по истреблению начнется 7 мая 2063 года. Осуществлять работу будет подрядчик, выбранный в ходе тендера. Смотрите приложение 2. Технологии. 8 хуй там пойми. Обвинение Бартмасса. Там еще дохуя читать. 1. Ебать. Это архивные диалоги, наверное, да? Поэзия, жители Найт-Сити, произведение, ебать. Ладно, короче. Сначала технологии. Иногда я думаю о том, какой была сеть до Бартмасса. Первые 20 минут, короче, будем, блядь, читать просто вот эти надписи. Иногда я думаю о том, какой была сеть Бартмасса, и вижу тысячи потенциальных угроз и тысячи возможностей. Все понимали, что система может обвалиться в любой момент. С одной стороны, ее прессовали корпорации, с другой атаковали одичавшие искины. На финансовых рынках творилось непонятно что. Сетевые вирусы мутировали как не в себя. А нетранеров чуть ли не каждый день находили с вытекшими мозгами. Для Бартмасса сеть была гранатой, которая вот-вот рванет. И он просто решил ее выдернуть чеку. Зачем ждать пожара, если можно его устроить самому? По итогу выяснилось, что Бартмасс сделал хуже не системе, а нам, корпорации, как жили, так и живут, а черный заслон, который якобы должен нас защищать на самом деле, просто дает дозору повод следить за нами. На Бартмасса сеть была, до Бартмасса сеть была глухой чащей. Тот, кто знал, что к чему, имел все шансы выжить. В той сети мы были свободны. После Бартмасса сеть стала напоминать досмотр в аэропорту. Дозор на каждом шагу проверяет документы и заглядывает нам во все карманы. Ради нашего же блага, разумеется. Ладно, давай еще религия и философия. Библия, Ветхий и Новый Заветы. Книга 9, Екклесиаст. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования. Что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей, и что и человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и несчастному, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву, как добродетелю, так и грешнику, как клянущимися, так и боящимися клятву. Это то и худо во всем, что делается под солнцем, когда одна участь всем и сердцев, сынов человеческих, исполненного зла и безумия, и сердце их, в жизни их, а после того, как отходят и к умершим, что, кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память у них предана забвению, и любви их, и ненависти, и ревность их уже исчезли, и нет более чести вовеки ни в чем, и все делается под солнцем. Ебануться. Это такая хуета непонятная. Архивный диалог. Короче, сами прочитайте, я просто буду читать. Кто там с кем. Привет. Есть товар? Есть 20 килограмм.
Мы же договаривались на 45. Да, но надо учитывать, что это вещественные доказательства. Их могут в любой момент прийти проверить. Я думаю, вы профессионал. Вы дали слово. Окей, придумаем что-нибудь, не сомневаюсь. Встречаемся где обычно, приезжайте один и машину оставьте подальше за пару кварталов, чтобы глаза не бросалось, конечно. Окей, короче. Потом почитаем расшифровка. Z. Добраться до места падения. Ебать, просто нахуя столько читать. Так, погоди, мне надо. Я, короче, хочу это. Я слушаю только вот это, вот панихиды. Ебать, аж голос немножко просел. Только читать нельзя, это вредно. Окей. Так, так, короче, у нас что значит по заданиям? Кровь и кость кабуки. Ну давай. А, погоди, нихера. Нихера, мы в прошлой серии мы, по-моему, хотели что-то там два полицейских. А, задание динамический. Новое место. Шесть четыре километра, ебану. Это аэропорт какой-то? Во, видал? Я в текстуру застрял. Так, сейчас погоди, я скину немножко мотоцикл. Хорош. Так, давай радио поменяем, что-то это. Ну, разбой нет, неинтересно. До свидания. Сокращаем. Так, значит, нас вот здесь. Давай сюда. Так, давай, кстати, еще, знаешь, что сделаем? Давай с тобой еще прокачаем. А, это я к этому. Так, М. Значит, здесь что-то новое. Вечный сон поговорить с Такимурой. Два товарища, во. Вот два товарища мне надо. Пошел нахер, урод. Я не специально. Машина очень тяжело управляется. Это не я был. Да что, бегите, спасайтесь.
Такие секунды, я тебе скажу, вообще прям обосраться. Извините, офицер, это не я был. Ну что, поговорим. А ты кто? Патрульный? Поговорить с полицейским. Давай поехали. А где, куда весь свет пропал? Ебать, весь свет. Окей, так, мне получается нужно с полицейским поговорить. Че поговорим? Перестал сопли на кулак наматывать. Мендес, ты задрал уже. Да, Мендес, ты задрал уже. А что Барри вам говорил о своем друге? А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Ну да. Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Вот с тобой, хуйло. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Вот так вот. Он терпеть не мог свою работу, ему было не с кем об этом поговорить. Он сказал, что вы даже не пытались его понять. Ну что, права я была? Права, ой, конечно. Да ладно. Барри просто любит истерику закатить. Надо его встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Ну, посмотрим. Нужно будет к нему заглянуть. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Спасибо, а чё даёшь? О, 680, хорошо, ай. Так, смотри, короче, мы прокачиваем, значит, интеллект. И технику давай вкачаем. Так, значит, следующее. Мы в интеллекте знаешь, что вкачаем? Мы вкачаем кэширование. Взлом протокола уменьшает затраты памяти на следующий скрипт. Эквивалентно количество отправленных демонов, умноженному на 1. Окей, давай вот... Погоди, а это что такое? Вы получаете улучшенную версию демона массовой неуязвимости, которая также... Воу, массовая неуязвимость, это хорошо. Так, вот это вот мы возьмем. Глобальный демон ледокол уменьшает затраты памяти на каждый скрипт на 1 единицу. Вот это хорошо. Восполнение памяти кибердеки ускоряется на 3 единицы за 60 секунд, когда вы отправляете от 3 демонов во время взлома протокола длится 5 минут. Давай. Ближайшая точка... Это нахер не надо. Это что такое, кстати? Взлом протокола длится на 50% дольше. Вы получаете дополнительную... 5% за каждый уровень способности. Так, взлом протокола длится на 20% дольше. Так, это что такое? Вы получаете демон лучшие друзья, который меняет отношение всех турелей локальной сети на дружеские на 3 минуты. Вы получаете лучшую версию демона добычи данных, которая на 50% держит получается скрипт из точки доступа. Давай возьмем. Быстрый взлом. Так, скрипты могут наносить критический урон, основанный на ваших показателях критического урона, вероятности. Давай. Так, вы получаете документацию для создания эпических скриптов, это надо. Дистанция, на которую действуют скрипты 2 раза, вы получаете документацию для создания редких скриптов, давай. Потом легендарных скриптов, это мне надо уровень 2. Значит, следующее. Натрандер, который пытается вас взломать, посвечивается автоматически. Обезвреживаете урагана, который действует в коренное восстановление других скриптов, которые не действуют. Так, чё? Память кибердеки восстанавливается в ближнем... В бою вы восполняете 4 единицы памяти. Вот это давай возьмем. Пассивка нормальная. Зарты кибердеки на каждый скрипт отправленное устройство уменьшается на 1. А у меня все, у меня кончились. Ёбану. Ну ладно. Окей.
Так, значит, я теперь овер дохуя скриптовый, чувак. Попробовать поговорить с Барри несколько часов. Через несколько часов давай попробуем. А как подождать? Подождать. Давай вот так. 9 утра. А еще раз? Подождать. Сказано было несколько. Несколько это 3. Да серьезно, что ли? Это не несколько, это уже больше 12 часов. Алло, бля, алло, Барри. Медвежонок. Медвед. Объевшийся котлет. Ладно, хер с ним. Давай еще раз. Давай, короче, подождать до утра. До 7 часов. День подождем. День. Сказано было несколько часов, мы подождали день. Да пошел ты нахер, Барри. Так, окей, значит, следующее. Реджина Джонс, 8 из 23. Да пошла ты, жаба. Так, я могу телепортироваться. П. Поблизости вот сюда. Час 20 стабильная серия будет идти, если что. Первые 20 минут всегда будут чтение диалогов, чтение вот этих вот чипов и прочего. Всегда будет это первые 20 минут. Запомни. Так. Не сыты, волки сыты. Так, 150 метров. Короче, смотри, что у меня сейчас, насколько я жесткий. Жесткий, насколько. Сейчас покажу. А, добраться до места с указанными координатами? Это где указанные координаты? Это что-то есть? Нихера себе. Угу. 99 баксов. 11 тысяч, кстати, у нас. Это от Реджины Джонс или нет? Или это просто? Сейчас посмотрим. Реджина Джонс. 8 из 20. А было 7 из 20? Да, здесь нужно совершить диверсию. О, диверсия это мое. Диверсия, в этом я профессионал. Я устал просто. Я просто устал. Тихо, не забьешь. Так, Ф. Значит, сейчас нам нужно... прям сразу же. Башенка номер 11. Это мега башня номер 11. H11, по-моему, она называется. Так, ты. Ви, я сейчас тебе пришлю одну программу. Ее написал Бет. Нетранер, которого тебе надо выручить. Тебе нужно взломать сеть мегабашни и загрузить туда этот скрипт. Все детали в письме. Хорошо. Так, Зет. Наш сервер, кто меня там поймает? Со мной связался Бет. Хорошие нетранеры вообще любят короткие ники и простые заказы. Так что я перейду сразу к делу. Во вложении авторский вирус, который Бет создал. Тебе надо его скачать, только осторожно. Он очень опасен. А потом вкинуть его в сеть мегабашни H11. Звучит просто. Но попутно тебе придется разбираться с тигриными когтями. Сам Бет, насколько я понимаю, планирует атаковать какую-то сеть Arasaki. А сервер H11 хочет использовать как прокси. После взлома все следы будут вести не к нему, а в мегабашню. Кстати, Бет уже взломал мегабашню лифт, так что без проблем доберешься до серверной. Окей, спасибо. Серверная. Ты что? Все равно они ни хера про локальные сети не знают. Это мировые новости на 54-м канале. Я Желяна. Сейчас я тебе покажу, что я могу. Скриптами теперь выполнять.
Так, значит, взлом протокола. А, мне надо что? БД, БД, Е9. Ага, отлично. А, выключение камеры, удаленная директива. Окей. Так. Смотри. А, замыкание. Перегрев. Того чувака ты не выдрубишь? Ёбаный свет. Выключить. Замыкание. Они что-то высокоуровневые какие-то. Перегрев. Замыкание. Отлично. Пару. Прекрасно. Вот опять. Опять новые чипы. Подключиться. Так, буфер обмен. 1С, 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 4 1С-шки мне нужно, потом 5, 5, 1С. 1С, 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 1С. Вот так. Ой, хару. Красиво. Так, я не могу эти двери открыть. Ну вот это могу. Окей, допустим. Так, значит, вот сюда вот, вот это возьмем. Евро-доллары. Ага, чё? Это поднять тело? А, это поднять тело. Ну и ладно. А, так, подключиться. Шикарно. Открыть. Ты идешь в прорезь. Я смотрю по нычкам. Короче, что-то дамага мало наносит пока что. Но это ладно. 54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Okay. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей и людей. Итак, Бет счастлив, я счастлива, а значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю, спасибо, Вит. Пожалуйста. 1500 плюсом. Так, следующее у нас идет, значит, вот здесь вот нейтрализация. Говорят, отрыски. Здесь 500 опытов репутации, это хорошо. Так, это что, это кабуки? Походу кабуки. Давай сюда.
Извините, что, офицер. Я не специально. Ой-ой-ой. Так, Т. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. Угу. Ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Ну может, да, по факту. Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Окей, ну, давай прочитаем. Так, тип нейтрализация, цель Анна Хэмилтон, местоположение, рынок Кабуки, описание. Идеальный коп, прямо как и социальная реклама, красиво, умна и абсолютно нетерпима к беззаконию. Короче, понятно. Так, давай-ка мы сделаем... Ой, мы навряд ли их, конечно, уберем. Я могу когда пройти? Это что? Где нормальные креветки? А вы чего хотите? Мы в Кабуке, а не в Нордволке. Много вы кочевники? А, можно просто пойти. А ты кто? 15% скинешь, возьмешь. Эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, рука. А, надо расспросить, типа. Блин, давай-ка мы всех их уберем. Так, значит, этому перегрев, этому замыкание. Так, убил. Замыкание. Хорошо. Перегрев. Замыкание. Вот над раннером прям охерительно быть. Ага, хорош, убрали. Так, давай-ка это, просканируй ее. Замыкание. Хорош. Замыкание. Так, пушки. Так, тап еще раз сразу. О, камера. Самоубийство. Смотри сейчас. Хуяк, минус 4000. Замыкание. Недостаточно памяти, а сколько мне надо? 7. А еще не восстановилось? Еще не восстановилось. Своего же убрали, это хорошо.
Так, тихо, замыкание. Превосходно. Расспросить о бане на рынке. Твой товар-то? Или где позаимствовал? А тебе не похуй ли? Только я похуй. Из бакеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Ну да. Тебе нужна помощь. Вот так вот. Я ищу эту даму. Знаешь ее? Она коп. Конечно, знаю. Она снимает номер в этом отеле. Иди вон туда. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вот так вот информация и добывается. Заебись быть кочевником так. С другой стороны, что ли, где-то? Ооо, нычка. Евро-доллары. 1500 евро-баксов. Охереть не встать. Так, ага. Слушай, прям нормально, нормально пошло. Бабки пошли. А, 5-5. Е9. Так, мне надо тогда 5-5. Е9, 5-5, Е9, так, 5-5, 5-5, Е9, 5-5, 5-5, Е9, 1С, 5-5, 1С, ух, ебать, нихуя себе, многоходовочка какая. Окей, пошли выше. А есть что спиздить? Я потом тут уже был, все спиздил. Ну ладно. Стоять! Дальше ни шагу! Подожди, пожалуйста. Кто меня заказал? Имя! Имя говорит! Стоять! Дальше ни шагу! Я здесь, чтобы тебя... Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Я просто хочу тебе помочь. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Да. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Твои дружки из полиции. Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Ну вот так. Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды. Ну так, давай продолжим. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. Спасибо. Спасибо. И тебе не хворать. Ой, двигай уже. Можно подумать, ты лучше мразей, которые тебя подослали. Ты получил, что хотел. Проваливай. А можно поговорить с тобой? Мудам. Я вообще-то на работе. А мне вообще-то похуй. Ты дома, блядь. Хуль ты не работаешь-то. Окей. Всех разъебали, все прекрасно. Задание выполнено. Ты. Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Угу. Возврат собственности. А, вон. Телепортер.
Короче, прямо устраиваем жесткие баталии. Не, ну слушай, прям нормально, нормально. Пока идет все хорошо. Типа, ну, это, конечно, знаешь, не основные знания, но у них тоже есть свой сюжет. Ви, мне надо вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернешь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме. Окей. Но это изи. Ладно, ладно. Ты только не пальни ненароком. А кто? Сказано тебе не двигаться! А кто? Я тебя прикончу, как бешеную собаку! А кто ты? А где ты? Хуя ты, самоубийство. До свидания, просто, блядь. Просто, блядь, чувак, давай его. Все. Хуяси. Хуяси убойность. Так, снаряжи. Потенциал раскроется, когда сила достигнет 10. Но мне это пока не надо. Мне пистолетик, пожалуйста, обратно верните. Спасибо. А, так, таб. Таб. Через таб все смотрим. Оставьте лекарство в почтомате. Перегрев. Замыкание. Так, замыкание, перегрев через 5 секунд. Давай. Ой, блядь, не тот скрипт отправил. Перегрев. Замечтательно. Так, куда нам дальше? А, почтамат. П. Р, Г. 800 баксов, охереть. Халява. Халява халявная. Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вел себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт. Отлично. Так, а что еще? Давай вот сюда. Понял? Понял, я профи. Ну ты тоже, конечно, профи, потому что ты и я, мы одно целое. Захейл, связь, там все дела. Так, значит, замыкание. Перегрев. Замыкание. Вообще, на самом деле, очень это охерительно. Я, кстати, тут случайно за 18 тысяч купил машину. Прям не специально. Бля. Замыкание. Перегрев. Вот ты гнида. Все.
Все, все собрано. Отлично. И потом пойдем к Такимуре. Где мой мотоцикл? Хуёвый мотоцикл получился. Ну ладно. Так, а можно музычку? Музыка не работает, ну и ладно. Давай сюда. Давай сюда, отсюда быстрее будет. Нам просто бабки нужны, а бабки нам нужны для того, чтобы покупать новые компоненты, новую вот эту вот всякую хрень. Неплохо, халявная тачка. А можно музычку включить? Ну, какой-нибудь горячий радио, например. Я музыку хочу, алло. Музыки нет. Придется без музыки ездить. Ну и ладно. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Так, кстати, у нас скрипты получаются прокачаны, но нам нужно их все равно еще прокачивать. Эти скрипты. Сообщение. Преступник, забыть про ручник. Так, у нас М, значит, следующее у нас... Спасение, нейтрализация. Бля, у нас так-то задание еще есть, но ладно, мы с Такимурой все равно поговорим. У нас еще пока время есть, мы с Такимурой еще успеем поговорить. Уя, неплохо. А можно мне музычку какую-нибудь поставить? Просто, ну, некомфортно. Не, ну так управлять, смотри. 40, 50, 60. Ой, ёбана. Машина, конечно, говно. Прям говно-говно. Ну а что поделать? Так, Ф. Значит, вот сюда вот нам надо, да? Давай. Телепортами очень быстро получается перемещаться от одного места к другому. Это прям кайф. Давай, знаешь, что сделаем? Давай улучшим свои пушки. Привет, Ви. У меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Но
нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Как всегда. А, так, погоди, значит, снаряжение. А, создание. Давай сделаем заблокировано. Почему? Почему заблокировано? Достигнут максимум патронов. Серьезно, чтобы создавать нужно, чтобы максимум патронов был не заблокирован. Так максимум патронов нет. Ну окей. А, так, винтовка Град. Значит, смотри, что мы можем сделать. А мы можем, кстати, это улучшить. Давай улучшим. Уровень 18, чтобы повысить предмет. Угу. Недостаточно компонентов. Создание уровень 7. Так, мне что надо найти? Найти Хёнбо. Здесь? А закроем дверь. Значит, вот здесь. Ты там заснул? Чё? Я подошёл. Ты Хванбо? Ага. Ну все зовут меня Гепардом. Ну типа я быстрый как гепард. Типа съёбываешь быстро? Да не пизди. Тебя никто так не знает. Как ты сюда попал? На машине. Она рядом стоит. Дай-ка я поведу. Отлично. Так что есть? Думаешь, я слепой или глухой? Завали пасть. Так, завали пасть, да. Взлом протокола. Так, а, значит, Е9, 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 БД. А то пуля влетит. Да, то пуля влетит. Завали пасть. Замыкание. Да, вот этому самоубийство внушим. Замыкание. Отлично. Хёнбо-то жив? Жив. Так, хорошо. Так, подойди, и мне надо это всех облутать. Синий пистолет? Нормально. Пошли, Хёнбой. А, заебись, я не авторизован. Ладно, пошли отсюда тогда.
сесть. Чё? Мы? Мы? Если бы не я, твоей шкурой уже дверь бы обили. Вот именно. Дурачок. Выёбывается здесь ещё. А можно мне его тачку забрать? Ему все равно нахуй не нужна, он с города сваливает. Эй, а у тебя есть прозвище какое-нибудь, Гарри? Ладно, мы на месте. Вылезай. Стой! А эти ребята свои? Они меня на органы не продадут, когда ты увидишь? Не, это свой, вот это вот из этого. Рэджи наняла их напрямую. И лично всех проверила. Ладно, ладно, иду. И это. Спасибо за помощь в мотеле. Пожалуйста, должен будешь. Добро пожаловать в реальный мир. Да. Безупречная работа. К вам Бог говорит, тебя надо прозвать Бешеным Львом. Видимо, он всем доволен. Ну, конечно. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Так бы сразу. Давай, деньги где? Деньги где? Деньги не пришли еще до сих пор. А почему деньги-то не пришли, алло? Вот. Нихуя, 28 тысяч, за что? За что 28 тысяч? Охереть, не встать, слушай, нормально. А добраться до тайника грязного Фреда. 28 тысяч, ебануться. Но за 28 тысяч я могу купить до хера всего. Прямо это жесть. Это жир. 28 косарей. Это рыб. 2. Ага. Так, тайник грязного Джека. Что тут есть? Лом. И кровяной насос. Отлично. И плюс еще 900 баксов. Уровень, кстати, почти качнули. Угу. Так, ну и вот сюда вот нам нужно. Заткнись. Так, сюда. Чартер-стрит. Прям вообще, считай, мы начали с 11 тысяч бабок. Сейчас у нас уже с тобой 30. Просто. Просто изично. Так, ну там недалеко, кстати. 80 метров. Если для тебя непыльное дело, надо обнулить одного человека, который вымогает деньги у честных тружеников. Его зовут Блейк, и он та еще сволочь. Про его методы почитай в письме и принимайся за работу. Окей. Так, значит, взлом протокола. 1С... Мне надо 1CE9 55. Вот так сделаем. Не знаю, может быть, можно было, конечно, как-то покороче это все сделать. Давай так, этому самоубийство.
Так, перегрев. Бля! Замыкание. Ты кто такой, блядь? Замыкание. Кто это был? Хорошо. Замыкание. Перегрев. Замыкание. Нас сейчас жопы пооторвут. Перегрев. Замыкание. Запрос. Икс. Да что в тебе? Я пустой! Да, вот этого вот. Замыкание. Перегрев. Отлично. Считай, просто не надо ни патроны тратить, ничего, чисто на скриптах взяли, разъебали всех и все. Изи. Так, а что там наверху? Я наверх хочу попасть. Ага. Тут где-то еще была нычка, вот здесь вот где-то показывались. Ну ладно, уйти так уйти. Мне нравится, как ты умеешь решать проблемы. Я довольна, а клиент тем более. Хорошая работа, закрываю заказ. Отлично. Так, М. А дальше, значит, у нас Ринкабуки. Ну давай на ринге Кабуки еще подеремся. Может, чуть-чуть задержим серию, но... А я могу, интересно, их скриптами пиздить? Бесполезно. Я знаю, куда буду бить еще до самого удара. Мишка. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее.
Нормально. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Даже дрочите? А вы всегда все вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. А-а-а. То есть один, одно тело три дня, а другое тело... давай 4000. Ладно, мне похер. Если вдруг третий братишка объявится, могу и ему вломить. Давай. Ну что, с остроумием у тебя проблем нет. Посмотрим, как оно тебе поможет в драке. Ну что, можем начинать? Погоди, мне надо похилиться. Ладно, можем начинать, короче. Ну давайте приступим. Так, отлично. Ух ты, сука. Надо было... Ага. Да, тихо. Одна голова хорошо, а две лучше. А четыре кулака всяко лучше двух. Возвращайся, если захочешь. Если не засышь. Погоди. Да ты охерел, что ли? Дайте мне ствол, блядь. А чё я не могу драться? Короче, надо эти кулаки прокачать. Короче, нужно будет на 8000 поднять ставку потом. А погоди, я могу загрузить? Загрузка. До драки с ними. Наверное, вот это. Бля, надеюсь, я не потеряю какое-то энное количество прогресса. Если это будет просто до драки с ним. Потому что, ну, 4000 просирать, ну ты как бы, камон, сам пойми и войди в положение. Это такие большие бабки. Мне нравится, как ты умеешь решать проблемы. Я довольна, а клиент тем более. Хорошая работа, закрываю заказ. Отлично. Так, значит, Такимура. Там, блин, какая-то нычка денежная была, тихо. Их погоди. Так, BD1C. Ага, значит, мне надо 1C55. Погоди. Раз. Пять. Шесть. А у меня всего шесть. Значит, мне надо тогда 5-5. Блять, так не получается.
Это так не получается тогда. Так, 1С. Как лучше? 1С, 5-5, БД. Ладно. С1С. Один С. Один С. 5-5. Так оно тут никак не получается. Вот ты хоть обосрись. Так, мне на взлом еще меньше времени осталось. 12 секунд. Так, 1С, 5-5. БД, 1С. Значит, Е9, 1С. 5-5, 5-5. 1С, 5-5, 5-5. БД, 1С. Ебать. Все три забрал. О, хорош, я хорош. А я-то хорош, получается. А это что такое? В смысле хилка? Можно было так просто подняться? Ух, ё-моё, взлом протокола. БД, БД, 1С, БД. Замыкание. Ой, зафризило. Ой, как жестко зафризило. Самоубийство. Расфризило. Ты дурачок, что ли? Перегрев этому замыканию. Икс. Замыкание. Перегрев. Ай, хорошо. Так, хорошо, что здесь? Плюс еще евро-доллары, охеренно. Так, ну все тогда. Теперь к Такимуре. Отсоси. Поет песенку. Отсоси. А нам куда? Нам сюда, по-моему. Где-то здесь телепорт. А тихо ты. Хорошо. А вот оно. Так, П. Такимура.
Погнали. Да, не влезаю, убьет. Тихо, гражданский. Первый этаж. Сесть. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Зачем вы мне помогли? Зачем вы мне помогли? Ты был нужен мне живым. И сейчас тоже. Дело в биочипе? Дело в биочипе. Поэтому вы звонили? Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него бы ты умер. А чего вы хотите? Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Возможно. Вот так вот. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Да. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Не знаю. Без понятия. Откуда я могу знать? Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость? Да. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Вот так вот. Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Эй, подожди. Ты нужен мне. Зачем? Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. По факту. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Да потише. Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Возможно. Политика. О каких людях мы говорим? Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации.
Ага. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Да. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Как и ты. Знаком с вами, большая честь для меня, Ханако. Я тоже рада встрече. Итак, Ханако-сан, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Разбирайтесь сами. Слушай. Нет, это ты слушай, бычара. Такие, как вы с ним, разрушили нашу страну. Отобрали у нас землю, работу, нашу честь, блядь! Я сиськи. Хозяин. Милгуар. Что и как. Допивай свой чай и уматывай. Понял? Лох. Лучше не привлекать. Я бы не стал привлекать к себе внимание. Извини, глупые рефлексы. Ну, это потому что лох. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Это не точно. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. Вы знаете больше, чем я думал. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А вот так. А зачем вам Хельман? А зачем вам это Хельман? От него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Или ценным крысы трупом. Громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Ну и правильно. Приняли вас за пиджака? Вот так. Вы работали на Сабуру и до сих пор не знаете, как говорить с сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Андерс Хельман создал этот биот. А, ну это даже можно. Если. Я. Так. А зачем вам Хельман? Это. Крысы. Я. Так, ну это мы... я случайно. Меня. Давай вот так. Приняла вас за пиджака. Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. А, у Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую. Это грубое. Вот так. Вот для так. Начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился.
Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Давай, уёбывай. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Ебать, час 35 уже идет серия. О, Джонни. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Может быть. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Ноки со стола, бля, убери, пожалуйста. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее 1000 лет знаю. Давай. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Окей. Заперт. А что это такое? О, тихо. Вон там. О, интересно. О, интересно. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Да. Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Так, ну окей. Короче. Позвонить Джуди дополнительно. На этом мы закончим. Сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Поэтому подписывайтесь, лайк, комментируйте, все ссылки под ссылками в ссылках в описании под видео. А пока.